Так, и дальше мы продолжаем переходящие одновременно и растирание, и разминание. То есть вот мы закончили вот здесь вот, да, движение, и сразу же можем переходить к лопаточной зоне. Лопатка у нас, ну, таким образом, вот как треугольник располагается, да, и мышцы у нее практически веерно, вот от угла лопатки, вот так вот, да. Значит, мы их растираем ребром ладони, растираем ладонями. И уже видите, вот элемент разминания в чем? В том, что мы уже валик, видите, между вами делаем, между вот этими тоже. Можно поменять одну руку, сделать ребром, а другую ладонью. Получается, вот у нас на большой палец мы будем накатывать валик, да, и в другую сторону разминать. Вот смотрите, как вот он накатывается. Видите, вот так вот. Только это быстро. И поменяли в эту сторону руку, да. Потом можем одну руку заменить не только ладонью, да, а всем предплечьем. Вообще захватываем, видите, шею даже, вот уже сразу. Видите, мышцы трапециевидные, сразу же берем. Видите, сразу и пальцами ее разминаем, да. То есть сюда ее провел, потом ее поднял, а этой рукой размял. Размял. Вот, прошлись по всем вот этим как бы пучкам мышц, да, и теперь перпендикулярно к ним. При этом уже захватываем вот эту вот мышцу. Макроловидная, там они называют некоторых людей, да? Широчайшая мышца спины, на самом деле, вот. Ее мы разминаем. Доходим до конца. Но это я медленно показываю. Чуть-чуть бок сдвинься. Вот. На самом деле это все быстро и энергично, потому что это и трение, и продолжение растирания и разминания одновременно. Закончили здесь, да? И сразу на сумке уже стоят, да, и вот такое вот разминание, помните? Из классики. Вот обычно, кстати, на этой мышце показывают, легче всего как это делать, да? Вот. Прошлись снизу вверх. Потом прошли по вот этой мышце паравертебральной. Ну, вы запомнили, да, что вот этот мышц, вот этот валик, это паравертебральная мышца. Ее отдельно как бы схватили вот так, да? И отдельно, вот видите, такую вот змейку пускаем по ней. То есть практически это вот то же самое, что мы вот тут вот делали, да? Глубоко берем? Да, поглубже. Насколько позволяет плотность человека? Если он достаточно плотный, то у вас вот тут не получится схватить, да? Тогда с этой стороны только в основном получается вот так вот. Этот валик катим до сюда, докатываем. И переходим к более глубоким в следующем видеоролике техникам. Это когда мы уже всеми костяшками пальцев уже будем вот все остальное там захватывать поглубже уже, более глубокая работа, да? Ну, об этом в следующий раз. Если вы нас смотрите по видео, многие многое теряете. Приходите лучше на тренинги, отрабатывайте на практике, мы вам поставим руки.